Добрый день, дорогие овны! Для вас месяц июль – это месяц дома, семьи, семейного своего гнезда, создания уюта в нем, ремонта, возможно, покупки дома или дачи, или как-то решение каких-то других вопросов. В любом случае, все ваши идеи будут заняты именно решением этих вопросов. И надо сказать, что планеты никак этому не будут мешать. Даже наоборот, все, что вами задумается, оно обязательно будет исполнено. Ну, а если у вас энергии будет через край, и вы решите ее пустить, так сказать, в романтическое русло, то, пожалуй, здесь есть один единственный запрет. Это даже не запрет, это просто пожелание. В первую неделю июля никаких признаний, никаких романтических встреч, никакого вот такого вот романтизма и идей, которые могут быть направлены на будущее. Потому что не исключено, что вы просто разочаруетесь, что встреча пройдет не так, как вам хотелось бы, и это наложит свой отпечаток на дальнейшие ваши отношения. Поэтому лучше недельку переждите, а потом смело вперед, что называется, под своими алыми парусами. И если говорить о финансах, то в июле у вас их должно хватать. Во всяком случае, явных проблем с этим точно не наблюдается.